И сейчас я хочу сделать небольшую школу для вас, но в частности эта школа больше направлена для новичков. И в последнее время я вижу, что очень много в нашу команду присоединяется людей, которые вообще не работали в сетевом маркетинге. Вот, и они абсолютно не знают, с чего начать, и теряются, да. Вот, и не все спонсоры могут правильно их направить. Поэтому моя школа сегодня предназначена именно для тех людей, которые только присоединяются в Винкрузес, не имеют сетевого опыта в сетевом бизнесе и не знают, что же им делать. А бывает так, что спонсор их закидывает многочисленными видео или какой-то информацией. Спонсору кажется, что новичку все это нужно посмотреть. Новичок начинает в этом всем тонуть, вот, и уже просто не понимает, что же ему нужно. А нужны, так сказать, простые действия, простые шаги, которые его выведут на тот уровень, на котором он поймет, зачем он сюда пришел и вообще что с этим делать. Поэтому в любом случае я считаю, что каждый, кто зашел в Винкрузес, может стать здесь профессионалом, таким же профессионалом, которым стали уже многие наши лидеры. Итак, мой тренинг или моя школа называется «От новичка до профи Винкрузес». Как же нам здесь стать профессионалом, начиная с первых шагов? Вот, ну, естественно, я всегда рекомендую, это рекомендация и самой компании, и это моя личная рекомендация с первого дня, что вы должны начать с вашего кабинета Инкрузес. Все просто, то есть не начинайте с каких-то систем, которые предлагают вам сразу после регистрации ваши лидеры. Некоторые, да, может быть, у них самая лучшая система, я не спорю, вот, если они добились на ней результата, может быть, там много полезного контента, но я считаю, что вы всегда должны начать именно с кабинета, с вашего личного кабинета компании, в которую вы зашли. И понять то, что требует сама компания. Вот поэтому в любом случае начинайте всегда с личного аккаунта, с кабинета Инкрузес после вашей регистрации, вашей оплаты. Там просто кладезь знаний для вас лично. Вот, для того, что вы должны знать так, как требует наша компания Инкрузес, руководство компании, и именно это первые ваши азы. Итак, первое – это ваше самообучение. Что вы должны сделать? Самообучаться – это в первую очередь. Не идти на второй день сразу делать какие-то рассылки, которые вы не знаете, что вообще вы разослали людям, так как люди, даже если посмотрят ваши какие-то видео чужих, вернее, других партнеров, других каких-то наших лидеров, они будут задавать вопросы вам, а вы не будете знать, что им ответить, вы просто их потеряете. Вот. Итак, ваше самообучение – это самое главное. Вы должны сделать пошаговые действия для вашего роста, которые начинаются с вашего кабинета Инкрузес. Кабинет Инкрузес очень интересный. Кабинет Инкрузес очень много имеет всего именно того, что нужно нам. Лично я начинала одна из кабинетов, и видите, вас сейчас много. Значит, я тоже не ошибалась и не бежала использовать материал каких-то других компаний. Вот, я использовала материал компании Инкрузес, и это действительно мне очень помогло. Итак, первое, на что вы должны обратить внимание, конечно же, на наш самый главный продукт. Продукт у нас членство, мы приглашаем сюда членов клуба, да, и партнеров, но мы должны иметь какую-то общую картину, что мы вообще продаем как компания Инкрузес. Естественно, круизы. Естественно, круизы от самых брендовых круизных линий. И вы должны увидеть эти круизы в первую очередь сами и понять, что да, у нас есть очень мощная база глобальных круизов, 5000 круизов. Они есть в нашем кабинете в меню круизы. Поэтому я думаю, что вы должны их рассмотреть, вы должны поиграть с этим круизным поисковиком, понажимать все кнопки, ничего не бояться. Я всегда призываю, очень многие у нас партнеры и год, и два в клубе, они не знают, где что есть, они боятся, оказывается, там нажать кнопки. Я вас призываю, там ничего вы не удалите, нажимайте все подряд, вы легче просто будете ориентироваться и сами поймете, что там оказывается столько интересного.
И когда вы начнете в это все углубляться, вам станет еще и еще интереснее, и вы будете понимать все больше и больше, и потом вы поймете, что, оказывается, мне есть что сказать тем людям, которых я хочу сюда пригласить. Вот, все просто, все есть в кабинете. Поэтому посмотрите действительно эти круизы, посмотрите, из какого порта, да, какие круизные линии, вы должны это знать, даже если вы не турагент, и мы не должны продавать круизы конкретно, мы не должны рекламировать круизы индивидуально, но мы должны иметь общую картину, мы обязательно должны стать в первую очередь продуктом нашего продукта, чтобы чувствовать себя уверенно, да. Второй шаг, вы должны изучить все документы в разделе «Ресурсы, документы». Вот, дальше вы, конечно, должны уже подготавливаться к тому, что вы будете переходить в какой-то день, в какой-то момент к тому шагу, что вы должны будете строить вашу команду, правильно? Чтобы строить вашу команду, вы должны научиться, как же ее привлекать, что с этим делать. И полностью есть вся документация, все необходимые рекламные материалы у нас в разделе «Ресурсы, документы». Тоже моя рекомендация, все буквально перечитать и изучить. В первую очередь можете нажать кнопку посередине и разобраться, открыть каждый документ, где есть слайды, да, где есть слайды, простая презентация компании, где есть компенсационный план компании, где есть быстрый старт. Вот это наше самое главное, чтобы вы изучили для себя. И потом поняли, что можно просто послать, скопировать ссылку и послать другим людям, и чтобы они тоже посмотрели и знали ответить на эти вопросы. Ну, а потом уже, конечно, вы должны изучить подробно еще и соглашение, членское соглашение, партнерское соглашение, брендинговую политику, что разрешает компания, что не разрешает компания, какие есть правила для членов, какие есть правила для партнера. Вы должны это знать лично для себя, и вы это должны знать для вашей будущей команды. Вот, третий шаг. То есть пока не спешите приглашать, я вам все-таки рекомендую очень углубленно изучить кабинет в первую очередь. Поэтому третий шаг или третий раздел очень важный, я считаю, это тоже в нашем меню в кабинете раздел «Ресурсы обучения». Там есть очень много записей, уже готовых записей от тренингов, которые проводил наш создатель клуба Майкл Хатчесон с различными лидерами от нашей команды, вот, или от англоязычной команды, там есть и на других языках, и на испанском. Здесь записи сохраняются буквально за 2 года последних, по-моему. Вот, поэтому для вас будет очень-очень полезно. Если вы это все пересмотрите, у вас отпадут очень много вопросов, которые вы можете уже не задавать спонсору. Вот, буквально здесь можно стать самому себе преподавателем и кем хотите, и самому себе спонсором. Вот, если я могла без спонсора, значит, и вы тоже можете. Спонсор нужен для того, чтобы дать вам вот это ценное предложение, и за это вы уже должны его благодарить. Вот. Но если он, конечно, еще и вам поможет в остальном, то вы должны его беречь и любить, и лелеять. Вот. А следующий шаг, после всего, что вы прошли, вы должны обязательно пройти все курсы в разделе «Инфоцентр» в нашем меню. Каждый курс подготовлен очень грамотно, очень интересно в виде видео, вопросов-ответов, поэтому пройдите, пока не получите сертификат. И только после этого вы можете уже приглашать людей. Вот. Только после этого вы уже напитаетесь всей информацией, вы уже почувствуете себя совсем на другом уровне, вы будете уверены, и вам не будут страшны абсолютно никакие вопросы ни от каких людей, да. Случайные это люди, не случайные, в теме они, не в теме. Если вы напитаетесь той информацией, которая выложена на нашем сайте, я вам скажу, что теоретически вы будете полностью подготовлены для того, чтобы приглашать людей в свою команду. Вот, следующее действие, ну, я считаю, что вы должны научиться выходить к людям и общаться с людьми. Это очень важно для нашего бизнеса, развития бизнеса WinCruises. И
Как практика очень хорошая, она опять же представлена в нашем кабинете, это использовать нашу конференц-комнату и рассылщик в разделе Power Tools в нашем меню. Вот, для наших новичков, для вас, новички, есть возможность использовать конференц-комнату абсолютно бесплатно на 3 человека, и это вам достаточно для начала, чтобы попрактиковаться и научиться, как же работать вот в онлайн-конференц-комнате. Так как ваши наставники будут вас приглашать на различные наши онлайн-конференции от наших лидеров, они проводятся постоянно у нас, да, и это очень хорошая для вас тоже школа, но вы должны и сами уже готовиться к тому, что вы здесь обязательно должны стать спикером. И начинать вот можно, конечно, из различных мессенджеров. Мы с Олей начинали когда-то в Скайпе, в то время работали все практически в Скайпе, вот, звонили друг другу или делали тройные разговоры. В принципе, это работает и до сегодняшнего дня, но очень много новых инструментов уже за это время появились в интернете, и все на ходу меняется, и нам нужно приспосабливаться. И сейчас, конечно, лучше всего это работают различные онлайн-конференц-комнаты. Поэтому пробуйте эту комнату для самих себя. Вы можете там сами порепетировать с собой, там есть слайды от компании, там все есть, вам даже не нужно загружать, если вы пока не умеете. Вот, и там можно записать саму себя, можно позвать кого-то, двоих или спонсора, или еще кого-то, и тренироваться. Вот это то, что вы должны делать обязательно. Очень хорошая практика для начала. Ну, а дальше после этого вы, конечно, уже делайте большие шаги в большие просторы интернета. И вы начинаете понимать, что все, вы уже готовы, вам нужно строить команду. И начинается ваша реклама, ваша личная реклама клуба M-Cruises везде, где вы только можете это делать. Если вы продвигаете этот бизнес через интернет, вот сейчас у нас время кризиса, мы все уже перешли в онлайн, да, до этого момента кто-то работал и на земле, прекрасно тоже проводил презентации, но легче всего и лучше всего вот использовать те возможности, которые дает нам интернет. И это, конечно, рекламная деятельность в социальных сетях и мессенджерах. Это очень легко, это инструменты, которые сейчас доступны, инструменты, которые абсолютно бесплатны, и вы можете все это использовать. Как это делать? Ну, здесь вам уже помогут ваши наставники, если вы сами еще никогда это не делали. Вот, вы же как-то нашли эту информацию, да? Видно, вам тоже, может быть, скинули постом или в Facebook, или в Instagram, или в Messenger. Вот, вы увидели ссылочку на сайт M-Cruises, зашли, вы увидели какие-то видео, с вами поговорил ваш спонсор, может быть, еще кого-то подключал. И вот так, как пригласили вас, так и вы можете приглашать. Используйте все те возможности, которые дает сейчас интернет. Ну, это просто действительно очень хорошие инструменты. И сейчас их использовать стало намного легче и намного интереснее, да. Поэтому тут начинается ваша реклама, которая, я уверена, приведет к вам очень многих людей в команду. Но если вы хотите все-таки стать профессионалом, а не просто, да, рифоводом, который просто приводит людей, регистрирует и получает свои $50-60 первый бонус, а вам интересно здесь построить мощный бизнес на много лет, который станет для вас всем в этой жизни, то, конечно, вам нужно выходить на совсем другой уровень, на еще более высокий уровень, на котором сейчас находятся наши все топ-лидеры в клубе M-Cruises и имеют все директорские статусы. Вот, начиная от маркетинг-директора и выше, вы должны расти. И здесь уже, конечно, вы лично должны становиться спикером. То есть вам недостаточно просто рассылать посты по соцсетям, просто рассылать какие-то видео. Вы должны становиться спикером. Естественно, легче всего, может быть, вы можете потренироваться также на Инстаграме. Очень многие сейчас делают прямые эфиры. Вот, это тоже хорошо работает. Там есть публика, которая
и не целевая аудитория, которая, может быть, и не знает, что она станет целевой аудиторией. Да, есть очень много различных, ну, много людей, которые и не имеют отношения к сетевому бизнесу, они просто гуляют по просторам интернета, и просто что-то интересное ищут. И вот они могут увидеть вас в качестве рассказчика, да, начинаете как рассказчик вначале, затем вы станете уже каждый раз все лучше и лучше будете говорить, и вы станете действительно интересным презентером, интересным спикером, и к вам будут подписываться, к вам будут заходить все больше людей, интересоваться вашим предложением. Ну, а затем, конечно, обязательно вы должны выступать на наших онлайн-конференциях, вот, проводить презентации для вашей команды, можете и не для вашей команды, можете для всех. Вот, таким образом вы себе начнете делать ваш личный бренд везде, уже по всем просторам интернета. Также вы можете присоединяться на наши различные региональные мероприятия, когда они будут проводиться на земле, как у нас уже проводились, да, и тоже не бояться выходить на большие сцены и тренироваться и выступать, да, мы никто не родились на этих сценах, мы все начинаем с нуля. Главное не бояться идти навстречу своему страху и все-таки это делать. И вы обязательно добьетесь больших успехов, у вас обязательно будет самая потрясающая команда, и люди будут на вас равняться, люди будут вами гордиться, люди будут вас благодарить за то, что вы их пригласили в Инкрузе, за то, что вы показали этот прекрасный путь и стали таким ярким примером, на которого очень хочется равняться, и благодаря вам они достигли своих больших результатов, и вы, у вас вырастут крылья, вы поймете, что вы действительно делаете большое дело в очень большой и успешной компании, и будут расти параллельно и ваши ранги, ваша команда будет поднимать вас на ваши все более высокие ранги, и вы станете действительно профессионалом в клубе Incruises, а мы все ваши вышестоящие спонсоры будем также гордиться вами и также благодарить тот день и тот момент, когда мы вас или ваши спонсоры пригласили вас в нашу команду, и неважно, вы на первом у нас уровне или на пятом или на 25-м, мне кажется, у меня уже 32 уровня в нашей команде, глубина может и больше. Вот, и я люблю каждого партнера в нашей команде, независимо в какой он ветке, независимо кто его там спонсор личный, да, или вышестоящий, мы все вместе очень большая, классная, дружная, креативная семья, которая делает очень много интересных дел. Поэтому не забывайте, что вы всегда должны быть благодарны и вашим партнерам, и вашим спонсорам. И вам, конечно же, также будут они благодарны за все, что, чему вы их научили, чего вы сами добились и показали, что раз вы смогли, значит и они смогут. И все вместе мы будем за вас радоваться. И я думаю, что до того момента вы действительно уже станете профи и поймете, что в клуб Инкрус вы не просто зашли, чтобы заработать какие-то деньги, вы не просто зашли, чтобы путешествовать и увидеть этот мир, а вы здесь стали даже знаменитым, и наконец-то вам нужно позаботиться о том, чтобы ваш бренд обретал все больше силу, все больше интереса, все больше он становился, выглядел более профессионально. Вот, и вы не должны сдаваться, да, вы всегда должны мотивировать себя сами, вы должны мотивировать вашу команду, вы должны набираться мотивации от вашей команды и не забывать, что мы пришли в Incruises не на один день, мы пришли в Incruises на всю жизнь, и поэтому даже если нам трудно, даже если у нас иногда опускаются руки, даже если нам кажется, что нам, может быть, плюнуть и уйти в какие-то более легкие хайповские проекты, в которые забегают иногда наши партнеры, а мы стараемся их привести в чувство и вернуть обратно, и показать, что они делают свою ошибку в этот момент, так как здесь огромный бизнес, и здесь мощные большие деньги на всю вашу жизнь.
а там это все скоротечно, это все мелькнет, и вы будете опять в разочарованиях, и вы будете еще, вам будет стыдно смотреть людям в глаза. А вы здесь создали ваш бренд, значит, ваш бренд должен сиять ярко всегда. Поэтому не забывайте эти три фразы, которые вы должны себе часто напоминать. Я могу, я буду, я должен. Все, вы сюда пришли, значит, вы можете, вы будете и вы должны. Назад дороги нет. Назад дороги нет. Вот, дорога только вперед. И ваш бренд зависит от вас, насколько он будет привлекателен для других людей, но знайте, что люди будут идти на вас, а не на компанию, да, поэтому вы должны позаботиться, чтобы ваш бренд выглядел очень профессионально, чтобы ваш бренд выглядел очень привлекательно и не была запятнана ваша репутация никакими, так сказать, ненужными, неправильными действиями. Ошибку мы можем допустить каждый. Здесь дело не в ошибке, а дело в том, насколько вы честны сами собой, с вашей командой, вот, и насколько правильно вы действуете по отношению к самой компании Incruises, которая для вас дала и дает очень много. И сейчас я просто хочу немножечко дать советов от себя для вас, что сейчас очень много всего меняется, да, и в том же интернет-бизнесе, и в подаче любого бизнеса, и в том числе нашего, да, и то, что мы делали 2 года назад или 3 года назад, сейчас оно видоизменяется или отмирает, нам нужно постоянно быть начеку и приспосабливаться, но запомните раз и навсегда, что наш бизнес Incruises – это человеческий бизнес, и здесь все у нас зависит от отношений с людьми, а не просто механические какие-то действия, не просто какая-то дубликация, не просто какая-то автоматизация здесь у нас не сработает на 100%, хотя все как бы, не все, а многие гонятся за этим, думают, что это намного легче, и в интернете можно вот на халяву легко зарабатывать деньги, просто запустив какой-то процесс. Нет, он может быть в начале, но потом все равно нужно работать с людьми. Поэтому вы должны, так сказать, набраться мудрости, знаний, но в то же время расслабиться и не думать, что вот вы только заинтересованы в результате. Вы должны полюбить вашу работу, полюбить Incruises и полюбить сам процесс. То, что вы делаете, привлекая людей, вас не должно угнетать, если у вас в первый день не получается результат, или через месяц не получается результат, или не получается через год тот результат, который вы себе запланировали. Продолжайте, продолжайте и продолжайте. У вас обязательно получится. Получайте удовольствие от процесса, а не от того, что будет ли у вас точно результат или не будет. И когда вы будете получать удовольствие от процесса, то у вас обязательно получится и тот результат, рано или поздно, который вы себе наметили. Дальше. Обязательно я хочу вас призвать к тому, что вы должны налаживать отношения с людьми. Даже если люди к вам не присоединились сегодня, после того, как вы им дали информацию, не отчаивайтесь. Не бейте только в точку, что должна завершиться какая-то сделка, вы должны подписать сюда человека, и вот иначе этот день пропал. Нет, налаживайте с ним хорошие отношения, делайте его своим потенциальным другом, и он будет наблюдать за вами, он будет присматриваться к вам, он будет видеть ваши результаты, то, чем вы занимаетесь, ему все равно будет интересно, и он будет больше ценить вас и ваши предложения через вас. Дальше, я также призываю вас к тому, что всегда говорила, говорю и буду говорить, что клуб Incruises особенный, и у него особенная ценность. И мы всегда должны показывать эту ценность людям. У нас очень много преимуществ в клубе, и мы не должны впаривать, есть такое слово, которое мне не нравится, но я сейчас его тут именно хочу вписать и вам сказать, потому что многие просто, ну, пытаются впаривать, да, и наши предложения. Вот, тут миллионеры, тут даже вы должны быть, потому что это здесь лучше, да не впаривайте, вы покажите, почему для человека ценным будет этот клуб. То ценное, что здесь есть, а здесь очень много всего. И тогда человек сам задумается,
А может, действительно, мне это нужно? А неужели где-то, где я был, я это там имел? Нет, я не имел, понимаете? Человек осознанно поймет, что действительно здесь очень много ценного. Дальше. Мы должны продавать продукт, а не сам скрипт. То есть... Да, я знаю, очень многие используют системы и говорят, что вот просто пропишите там скрипты, какие-то тексты, посылайте это людям, и люди будут сами регистрироваться, сами оплачиваться, сами заходить, потому что есть готовые шаблоны. Вот это все, может быть, работало когда-то и больше на таких других компаниях, да, которые... Ну, вот инвестиционные какие-то скрипты, какие-то хайпы, где все легко зашел и сильно много не надо заморачиваться. На самом деле эти проекты, эти компании долго и поэтому не работали. Вот, потому что везде приходит человек, а не просто какой-то робот, да, и у нас тоже самый красивый продукт, и к нам приходят самые удивительные люди, вот, и они хотят, чтобы действительно им предложили ценный продукт, и этот продукт предложили люди, которые заслуживают уважения, и тогда им будет это интересно, и они здесь точно останутся навсегда, а не просто зайдут и потом разочарованные перестанут платить в какие-то месяцы членство и скажут, ну, я дальше ничего не понимаю, вот, а что мне с этим всем делать, и вообще холодная стена, мне не отвечает никто, я не знаю, как мне действовать. Вот, дайте ему почувствовать, что здесь у нас действительно ценный продукт и ценные люди в команде, и он тоже будет ценным в нашей команде. Ну, то же самое хочу сказать как бы и о чувствах, а не просто о технологиях. Да, интернет-технологии позволяют, очень много инструментов есть, это все классно, мы должны использовать. Но в первую очередь мы должны показать еще и себя. Когда мы с людьми говорим, мы должны дать им почувствовать, что вот чем дорог для нас этот клуб и то, что мы проносим через себя, мы дарим такое большое, ну, такое большое сокровище, делимся этим с другими людьми, понимаете, покажите вашу искренность, покажите, вот, чем для вас дорог этот клуб, и тогда люди проникнутся и действительно поймут, что не только сам сайт интересен, но им интересно быть с нами, так как с нами они тоже будут развиваться и тоже в их глазах они приобретут свою ценность для других людей. Вот, ну, самоубеждение, а не дожим, это тоже имеется в виду, чтобы вы помогали людям раскрыться, помогали людям понять, почему они должны быть в Incruzes, не потому что это вам нужно, не потому что это, что он нужен как единица в вашей команде, этот человек, что вы хотите еще что-то заработать за него, нет. Вы должны показать этому человеку его преимущество, если он сюда зайдет. И тогда ему станет интересно самому сюда присоединиться. Вот. И что еще хочу сказать, что сейчас очень важно именно делать презентации, а не борьбу с возражениями. Вот. Почему-то вот последнее там время, год, два, мы вот, то, что мы делаем сейчас, мы идем от обратного, да, я это замечаю. Вместо того, чтобы красиво говорить о том красивом предложении, которое у нас есть, и с гордостью говорить о нашем клубе Incruzes и тех возможностях, нам приходится часто бороться с людьми, с их возражениями. То ли они прочитали негативную информацию, какие-то отзывы негативные, а вот где-то в интернете услышали, они начинают с этого, и нам нужно доказывать, да, что вот отмывай, так сказать, наш клуб Incruzes, потому что его запачкали другими какими-то возражениями, которые вообще не имеют отношения к нашему клубу. Или же мы должны... доказывать тем людям, которые просто боятся, потратить деньги, что-то сделать, свою лень отпустить от себя, выйти из зоны комфорта. И вот они приводят 1000 возражений, чтобы не прийти в Incruzes. И вместо того, чтобы мы им подали красивую презентацию и их захватили нашим предложением, мы начинаем бороться с их возражением. Это уже прошлое сейчас. Не заморачивайтесь сильно на этом.
не зацикливайтесь и не работайте, не тратьте свою энергию на возражения. Вот постарайтесь сделать презентацию настолько интересной, чтобы человек просто открыл рот и сказал: «Елки, да мне это нужно как сам воздух». Вот, и ему не нужно уже будет искать какие-то возражения или что-то вам доказывать, если действительно он поймет, в чем наша ценность. Ну и последнее, что я хочу сказать, это обязательно будьте всегда благодарны и не обижайтесь на людей. Будьте готовы к тому, что вам не все ответят «да» на ваши предложения. Будьте готовы к тому, что, может, многие даже будут как-то, ну, оскорблять не то, что лично вас, а может, компанию или ваше предложение, или захотят от вас отцепиться, так сказать, грубо, да. Вот, и, ну, или много других будет таких моментов, которые вот вы с открытым сердцем, с открытой душой хотите этому человеку сделать полезное что-то, вы хотите его подарить ему такой бизнес, такие возможности, возможность увидеть мир, вот, а этот человек вас игнорирует и даже не обращает внимания. Ну, не обижайтесь, потому что мы должны понимать четко, что мы ищем тех, кто ищет нас, это формула, да, у нас в клубе, в нашей команде, и не всем людям здесь быть, или даже если всем людям здесь быть, то не все сразу понимают, что это им нужно. Вот это нормальный человеческий фактор, люди заняты своими делами, своей жизнью, и здесь уже нужно стать действительно профи, действительно стать мастером нашего дела, действительно искусно делать свои презентации, чтобы мы могли привлечь всех, и то мы не сможем это сделать. Это, ну, так работает любой бизнес, да, любая компания, все равно здесь всем не быть. Но, тем не менее, на просторах интернета и мы имеем миллионы или даже миллиарды людей, до которых мы еще не достали, не достучались, которые ждут этого предложения, сами еще не знают. Поэтому будьте благодарны всем, и тем, кто уже к вам присоединился, и тем, кто еще не присоединился. Но, возможно, вам еще придется с ними общаться и не один раз, прежде чем они обратят внимание на ваше предложение. Но даже если не обратят, тоже будьте благодарны, так как говорят, что благодарность все равно помогает нам в нашей жизни. И, может быть, даже те люди, которые не зайдут к вам, может быть, вам даже и сделают очень хорошо, так как вам не нужно будет доказывать им то, что они не хотят понимать и принимать. И вы будете строить вашу команду из замечательных людей, из прекрасных людей, из тех людей, которые хотят обучаться, которые хотят расти, которые хотят стать не просто новичками и здесь ими остаться, а которые хотят стать профессионалами. Наша задача, чтобы в нашей команде все стали профессионалами, тогда и Clubbing Cruises расцветет еще больше, да, во всем мире. И действительно, к нам потянутся сами люди и будут сами нас искать.